Хорошо, у нас остались 10 вопросов к высшему «Я» Екатерины. И перед тем, как мы пойдем дальше, я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора Екатерины. Да, он здесь. Мы приветствуем куратора Иона. Мы очень рады снова видеть вас в нашей комнате диагностики. Приветствую вас и рад этой новой встрече. Уважаемый Ион, Екатерина сделала запрос у нас о встрече с ее высшим «Я», которому она хочет задать 10 своих вопросов. В эту поездку мы всегда берем куратора. Будете ли вы так любезны, уважаемый Ион, сопроводить нас в этой поездке на уровень высшего «Я» Екатерины? Желание души – это закон для меня. Благодарю вас. Это 10 уровень, насколько я помню? 10. Отлично. Хорошо, Вера. Берем Екатерину, бери Екатерину в свои крылья и вместе с куратором Иона и мною на счет 3 поднимаемся на уровень высшего «Я» Екатерины. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Снимаются маски и голограммы. Все вокруг предстают согласно своему эфирному коду ДНК. 10 уровень. Да. Хорошо. Мы делаем запрос и приглашаем к нам выйти высшее «Я» Екатерины. Это женщина, женские энергии, они принимают форму. Снимаются маски и голограммы, фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Белый приятный свет сформировалось. Мы приветствуем высшее «Я» Екатерины. Меня зовут Влад, рядом со мной находится Вера, ваша частичка и куратор Ион. Екатерина выразила желание встретиться с вами и задать 10 вопросов своему высшему «Я». Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Приветствую вас на 10 уровне моей души. Приветствуем. Не знаю, как выразить свои эмоции, сказать, что я просто рада. Это будет банально, неожиданно, приятно. Встретиться со своей частичкой, безусловно, это что-то особенное. Уважаемая высшая «Я», как нам к вам обращаться? Прошу вас, зовите меня Лия. Лия. Благодарю вас, уважаемая Лия. Могу ли я начинать с первых вопросов? Пожалуйста. Благодарю вас. Первый вопрос. Из какой планеты созвездие мое высшее «Я»? Созвездие Лира. Я лирианка. Так же, как и ты. Благодарю вас. Можем идти дальше? Или вы хотели добавить что-то? Я отвечаю на вопросы. Вопрос отвечен. Отвечен. Если есть дополнительный, пожалуйста, задавайте. Нет, больше здесь ничего нет. Второй вопрос. Мое предназначение? Предназначение любой души. Развитие, саморазвитие и помощь другим душам к поднятию. К новым вершинам, победам, энергиям. Вы закончили? Я закончила отвечать на вопрос так, как я его вижу со своего уровня. Я просто не хочу вас перебивать, и если, может, вы хотели дополнить свою мысль, поэтому, если вы закончили, дайте мне, пожалуйста, знак, я закончила, или следующий вопрос, и тогда все будет красиво. Я буду откровенна, мне трудно отвечать на вопросы земного уровня. Я отвечаю с уровня энергии и вибраций. Поэтому вопрос «Мое предназначение» мне немного непонятен. Предназначение души или ее части, проходящей опыт на Земле – это две огромные вещи. Хотя смысл и целостность остаются та же моего ответа. Это развитие и путь к осознанности души, развиваясь и развивая других. Благодарю. Благодарю вас. Замечательное дополнение. Я перехожу с вашего разрешения к третьему вопросу. Как я могу соединиться на моем уровне с моим высшим «Я»? Непонятен вопрос. На моем уровне матрицы Земли мы не можем соединиться. Возможно. Мы можем соединиться только телепатически, чувствуя энергии и суть друг друга. У нас разные задачи. Задача моей частицы на Земле – жить земную жизнь и набирать земного опыта. Моя же задача – оставаться здесь. И у меня есть свои задания и свое развитие. Я не нахожусь каждую секунду
с тобой на Земле. Для этого моя часть есть на Земле. Этой части хватает, чтобы чувствовать себя целостной. Для соединения нужна определенная цель. Я уже сказала, чтобы соединиться в одно целое, тебе нужно находиться на моем уровне, как сейчас, или же мне спуститься в матрицу Земли, что я не буду делать. Вы также ответили правильно, что это была телепатическая связь, но до этого надо еще дойти, для того, чтобы именно соединить так. И познакомиться со своим Высшим Я для лично. Этого частица на Земле должна развиться до определенного уровня. Я благодарю вас, уважаемая Лия, за этот развернутый ответ. Здесь все понятно. Я бы хотела добавить, что первое – это цель. Для какой цели соединение? А потом уже развитие и практики, каким образом это делать. Благодарю вас. Я думаю, о целях мы узнаем в четвертом вопросе. Я перехожу к четвертому вопросу. Могу я также попросить, чтобы Высшее Я могло давать мне ответы на физическом уровне, если я его мысленно прошу? Например, да, это чешется левая рука, а нет, чешется нос. Нет, я не нахожу энергии и цели для этих задач. Поймите, что Высшее Я имеет свои задания и свое развитие на этом уровне. Я не прикована вниманием к тебе. Для этого у тебя есть куратор, которого мы вместе выбрали перед воплощением. Это задача куратора — отвечать на твои вопросы, исполнять твои желания, давать тебе знаки, вести тебя дальше. Когда куратора становится мало, дается учитель. Высшее Я, еще раз говорю, нужна цель, определенная цель, с которой ты идешь с вопросом к Высшему Я. Ты отвлекаешь меня своим вопросом, но если цель оправдывает, я соединяюсь и подключаюсь к твоей энергии. Это будет мой ответ. Благодарю Такая вас. Такая структура. Благодарю вас, уважаемая Лия. Действительно, существует такое заблуждение на Земле. Все думают, Высшее Я на облаке сидит и ничего не делает, а Высшее Я очень серьезно работает. Просто часто встречались, и можем это только подтвердить, что нет времени на какие-то другие занятия. Я благодарю вас, уважаемая Лия. Я перехожу к пятому вопросу. Высшее Я, посоветуй мне, пожалуйста, в какой школе обучаться или канал мне слушать, который я знаю, или другой вариант для духовного роста, расширения сознания, пробуждения, то, что мне необходимо. Я объясню немного по-другому. Ты и я — это одно целое. Сейчас ты — моя частица, находящаяся на Земле. Я не нахожусь на Земле целиком. Но ты находишься на Земле, и ты проходишь урок чувств, ощущений, потерь, осознания, принятия. Тебе более понятна земная жизнь и земная матрица. Поэтому я не могу направлять тебя и говорить, куда идти. Я называю ту часть, которая осталась на 10 уровне. Но та часть, которая на Земле, несет все то же самое, что есть у меня. Поэтому прислушайся к своей душе. Душа сама направит тебя и подскажет, что ложно, а что истинно. Это и есть твоя задача, это и есть развитие. Никто не приносит готовый ответ. Душа растет, развивается, идя пробами потери ошибок. Именно так душа ищет истину и правильность информации. Прислушайся, и душа внутри тебя, моя частица, ответит, притянет правильные знания. Это твоя задача — научиться понимать и просеивать информацию. Ты ищешь, но ты принимаешь слишком много. Не успеваешь просеивать и обдумать, хватаешься за все, что можешь иметь в данный момент. Я имею в виду информацию, которая доступна. Твоя задача — научиться просеивать, обдумывать и не спеша переходить к следующему. Благодарю.
Благодарю вас, уважаемая Лия. Мне кажется, вы ответили на следующие два вопроса, которые сейчас последуют. Я перехожу к шестому вопросу. Каналы на YouTube, которые я люблю слушать, несут опасность для моего здоровья или там подключка и несут деструктивное негативное влияние и отток энергии? Если да, то какие? Как высшая я 10 уровня, я не могу отвечать на такие земные вопросы. Это не вопросы, касающиеся души. Здесь ты сама должна принимать решения и отсеивать ненужные влево. Поэтому, как я уже сказала, не нужно спешить, нужно оценивать информацию, слушать душой, слушать сердцем, чувствовать вибрации от отталкивающие или радостные принимающие. Все, что во мне находится, находится и в тебе. Но та часть, которая на земле, может больше чувствовать и понимать земную жизнь, чем та часть, которая находится на 10 уровне. Это то же самое, если бы я тебя спросила, какими энергиями мы будем сегодня пользоваться для развития и урока души, лирианской души, которая ищет ответа в энергиях истории других планет. Ты бы не смогла на это ответить, потому что твоя память стерта. Также я отправляю свою часть для того, чтобы она накопилась опыта, а потом соединилась со мной. И целостность несла бы общие знания. Даже куратор не ответит на этот вопрос, потому что это работа души. Выбирать зерна и отсеивать влево. Благодарю. В согласии со своей душой. Благодарю вас за этот ответ. Очень интересно, Лия, я благодарю вас. Следующий вопрос, 7. Могу ли я работать по книгам Пучко, конспектам Юрия и видео Агоры? Будет влиять на меня позитивно? Ответ внутри тебя. Благодарю. Благодарю вас. 8 вопрос. Высшее Я, сделай, пожалуйста, автоматическую защиту меня и моего сына от деструктивных программ и разных низковибрационных негативных сущностей влияний. И поставь, пожалуйста, защиту на нас. Интересно, как это будет действовать. Хорошо. Я объясню, что низкие вибрации подбираются к тебе тогда, когда ты имеешь низкие вибрации. Поэтому твоя защита идет изнутри. Изнутри она идет твоими энергиями и твоими вибрациями. То, что ты выдаешь в этот мир, то ты и получаешь. Если ты даешь низкие вибрации подбираются к тебе, и здесь никакая защита не поможет. Ты сама защищаешь себя своим знанием, умением, вибрациями и энергиями, своим осмыслением, осознанностью и развитием. Я вижу, что эти слова не нашли ответа в твоей душе. Поэтому, пожалуйста, проработай их и распредели, что они значат на тебе на планете Земля. Что такое развитие души для тебя на планете Земля? Что такое осознанность? Кроме слова, оно несет определенные энергии, которые не связаны с низкими. Поэтому стержень, находящийся внутри тебя, лирианский, как с ним работать, я тебе расскажу. Твой стержень проходит по всем энергетическим чакрам твоего биологического или физического тела, биологического робота. Именно ты проходишь в качестве моей частицы жизнь на планете Земля. Жизнь эта несет в себя биологические и энергетические тела и затраты. Поэтому энергии внутри тебя и твой стержень должны быть в гармонии с биороботом. Только так ты сможешь находить истину в тишине, чувствуя собственные энергии внутри, переливающие из одного энергетического центра в другой. Укрепляй свой стержень, не понижай свои вибрации, тогда низкие вибрации не смогут подступить к тебе. Выбор остается всегда за тобой. Какой выбор ты делаешь? Такие энергии, такие
вибрации ты к себе и подпускаешь. Защита находится внутри тебя. Это твое намерение и твоя сила духа. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Какой мой камень, который даст мне силу и энергию? Белый камень, светящийся изнутри. Это может быть любой камень. Опал, лунный камень, любой белый камень с энергиями, похожими на лирианские. Благодарю. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос, уважаемая Лия. Высшая Я, скажи, пожалуйста, что я еще не спросила, то, что важное должна знать? Я уже озвучила это и скажу еще раз. Твоя сила духа и твое намерение заложены в тебя внутри и прибыли с тобой на землю вместе с твоим рождением. Это твоя сила и опора изнутри тебя. Не ищи защиты снаружи. Меркаба достаточно сильна, чтобы защищаться. Она универсальная, но если ты внутри делаешь неправильные поступки, понижаешь вибрации, ты ослабляешь свои защиты и допускаешь, открываешь двери для низких вибраций, соответственно, интерферентов. Чувства и эмоции должны вибрировать высоко. Это условия планеты Земля. Условия, в которые попадает душа. Для этого высокие вибрации вибрируют над низкими, и низкие не имеют столько сил приближаться. Именно так развивается душа, расширяя свои вибрации, удерживая их на позитивной ноте. Благодарю. Благодарю вас, Лия. Мы проводили сегодня проверку вашей частички. До этого мы ее год назад чистили. Мы давали ей всю эту технику о сбросе негатива. Мы давали ей цифры и как заправляться энергиями. У нас на канале есть обучающие видео, которые рассказывают, как это необходимо. Встречи с Высшим Я. Через год мы узнали, что ваша частичка не пользовалась полноценно этими знаниями. Она читала молитву. Она подключилась к одному эгрегору гуманоидов, который мы сегодня из нее вытащили вместе с представителем этой цивилизации, который установил в ней конструкцию. В принципе, вся эта информация ей была дана. Она может вот ей... вам и ответ на вопрос о земных информационных каналах. Уважаемая Лия, остались заключительные слова. Благодарю мое Высшее Я и моих проводников Влада и Вера. Посылаю всем любовь, и свет и любовь. Я еще раз хочу добавить... Научись чувствовать внутри. Именно это твоя задача на Земле. Чувства и эмоции, которые здесь на одном вибрационном порядке. Здесь не прыгают чувства и эмоции. Именно поэтому душа на Земле учится находить информацию через чувства и эмоции. Еще раз хочу напомнить, что все внутри себя. Слушай, слушай внимательно внутренние ощущения и подсказки. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лия. У нас есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, каждому Высшему Я, с которым мы встречаемся, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения, уважаемая Высшая Я Лия, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за ее ответы, свои частички, просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Какие великолепные цвета и вибрации. Это самое лучшее, что можно было получить с планеты Земля. Мы очень рады, что мы смогли вам доставить удовольствие. Они несут гармонию и определенный вкус, запах, цвет. Это очень приятно, необычно и эксклюзивно. Так и есть. Благодарю вас за теплые слова. Вопросов больше нет. Мы не прощаемся. Мы желаем вам всего наилучшего, дальнейшего роста, успеха в ваших делах. И я говорю, до скорых встреч, уважаемая Лия. Возможно, когда-нибудь еще увидимся. Благодарю вас за эту встречу. Оставайтесь на Земле, проживайте свою жизнь. Ищите, находите и не жалейте. Продвигайтесь и идите дальше. Наслаждайтесь жизнью. Благодарим вас за это напутствие.
И всего вам наилучшего. Рассинхронизируйся, Верочка. Бери Екатерину в свои крылья и вместе со мной и куратором Ионом возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Отлично. Уважаемый куратор Ион, как вам встреча? Великолепная встреча. Все вопросы были отвечены. Безусловно, хотя половина вопросов предназначалась, по идее, вам. Но так получилось. Примите, пожалуйста, и от нас этот скромный подарок. Вы его знаете, Верочка. В твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. И мы передаем эту корзинку куратору Иону. Знак благодарности за то, что он сегодня нас сопровождал и просто об этой встрече. Благодарю за приглашение. Мы не прощаемся. Традиционно всего вам наилучшего. И он до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Екатерина. Мы встретились с вашим высшим Я. Вы задали 10 своих вопросов. Вы получили ответы на свои вопросы. Да, мне нужно много работать над собой. Благодарю вас за эту встречу. Во благо. Будем возвращать вас назад. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Екатерины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.